Всем привет, друзья! Доброго времени суток! С вами снова канал Fun with a Gun. И сегодняшнее видео я хотел бы в основном посвятить обзору неогнестрельного оружия. Поэтому, как видите, снимаю я это все на заднем дворе, на стрельбище мне не нужно ехать, хотя какой-то огнестрел я буду использовать, но, как видите, у меня за домом там лес, и мало того, сзади там горка, поэтому это все можно делать безопасно. Про что будет сегодняшнее видео? Дело в том, что я тут краем уха услышал, что кто-то в России является адвокатом ношения пневматического оружия как оружия самообороны. Во-первых, и спасибо тем, кто мне на это указал, насколько мне известно, то ношение пневматики для самообороны является нелегальным и могут возникнуть проблемы с полицией. Поэтому, пожалуйста, проверяйте свои законы. Я их не знаю, российских, но тому человеку, который это сказал, я склонен верить. Там, где мы живем сейчас, в США, ношение пневматики не является никаким вообще совершенно нарушением закона, это все легально. Ну и вот хотелось попробовать и посмотреть, а это имеет вообще смысл или нет. Поэтому давайте покажу, что я принес и что мы сегодня попробуем потестировать и как будет тест проходить. Давайте сначала про мишень. Вот я так вот здесь все установил. Давайте еще чуть-чуть поверну камеру, прошу прощения. Так вот, стрелять мы будем в баллистический желатин, который я вам уже не раз показывал, и который я в очередной раз тут недавно переплавил. Ну а для чистоты эксперимента, чтобы было похоже действительно на случай самообороны, я предлагаю проложить джинсу перед мишенью, чтобы, ну, действительно было похоже, вот как вот в реальной жизни это все происходит. Теперь же про то, что я принес. Значит, во-первых, как я сказал уже, джинсы. Старые, и я из них вырежу сейчас кусок и проложу перед нашим желатином. Далее, из пневматики. Я опять-таки хочу сказать, что я в пневматике полный ноль. Поэтому, пожалуйста, если я какие-то термины неправильно употребляю или что-то не то говорю, вы меня поправьте, и я буду благодарен за это. Так вот, мы имеем пистолет Marksman Repeater. Он старый, я не знаю, сколько ему лет, может быть, лет 10-15. Но стреляет обычными пулями для пневматики. Он слабый, безусловно. Я тут посчитал, значит, скорость вылета пули у него написано 200 футов в секунду. И энергия поэтому получается, как я посчитал, опять-таки, с пулей в полграмма, энергия на выходе получается около 1 джоуля всего. То есть эта вещь откровенно слабая, стреляет он погано, но, тем не менее, то, что у меня есть. Далее. Винтовка Дейзи. Модель это 880. Это уже более серьезное оружие. Скорость вылета пули 880 футов в секунду. То есть это почти что 236 метров вроде бы в секунду получается. И энергия пули, соответственно, 13 с чем-то джоулей, почти что 14. Ну а дальше мы имеем блочный лук. И я здесь взял несколько стрел. Вот стрела с тренировочным наконечником. То есть это то, что по мишеням вот стреляется обычно. Ну а также одну вот взял с охотничьим наконечником. Они ужасно острые, то есть как бритвы. Вот мы их сегодня и попробуем. Ну а далее, чтобы сравнить и было с чем сравнивать, я все-таки вытащил здесь пистолет, реальный огнестрел. Это пистолет Ruger. Модель называется SR-22 в калибре 22. Как видите, он чистый. И вот мы сравним, как все-таки пневматика и лук, и стрелы, и все остальное сравнивается с реальным огнестрелом, пусть даже в мизерном калибре, таком как 22 Long Rifle.
Перед тем, как начинать наш тест, я хочу выстрелить все-таки из этого пистолета пневматического. Дело в том, что он настолько слабый, что я на 100% уверен, что джинсу он не пробьет. Поэтому это будет единственное, из чего мы попробуем выстрелить в желатин без прокладки из джинсы. Давайте пробовать. Стрелять я буду с пары метров всего, потому что кучность у этого пистолета оставляет желать лучшего. Так что давайте пробовать. Заряжается эта штука следующим образом. Вначале отводится затвор. После этого есть возможность вот так вот повернуть ствол. Он совсем короткий, как видите. Буквально сколько здесь? Не знаю, 3-4 сантиметра. Далее в ствол можно зарядить пулю от пневматики. Закрыть. Теперь затвор ставим на место. И оружие готово к стрельбе. Несмотря, что это пневматика, все равно я обязательно одену очки. Мало ли что, пуля слабая, может отрикошетить даже от гели. Я не хочу, чтобы она прилетела мне в глаза. Итак, стреляем. И вот, кстати, к разговору об этом. Мне эта пуля только что прилетела обратно в руку. То есть гель она не пробила, не вошла ни насколько в него и обратно отрикошетила. Так что еще раз к разговору про очки, наушники. Дело это полезное, друзья. Всегда пользуйтесь, пожалуйста. Ну а вот та отметка, которая осталась на желатине. То есть вот она видно, да? То есть эта пуля сюда стукнула и обратно мне и отлетела. Ну давайте пробовать дальше, теперь из винтовки. Я думаю, что из винтовки пуля войдет в желатин все-таки каким-то образом, но не знаю насколько. Я, кстати, сказал вам, что энергия этой пули из винтовки 13 джоулей. Я был неправ, я сейчас посмотрел, точно 18. Не намного больше, но все же больше. Теперь винтовка заряжается вот так. Открывается затвор. Далее туда помещается пуля. Затвор закрывается, ставится на предохранитель, и теперь 10 раз по инструкции нужно эту винтовку накачать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, давайте еще 11 до кучи. Пробуем стрелять. Снимаем с предохранителя. Я вижу, что пуля в желатин вошла. Давайте поближе покажу. Вот то, что мы имеем. Я, кстати говоря, прошу прощения, потому что я сказал изначально, что мы будем стрелять через джинсу, а здесь забыл, после того, как стрелял из пистолета, забыл вырезать джинсовый кусок и положить его. Ну, хорошо, давайте и так попробуем. Значит, вот это то, что получается без джинсы. Пуля вошла, я скажу, сантиметров на 10, наверное. То есть результат для меня довольно удивительный. Я думал, что войдет на меньшее расстояние. Броневой канал, конечно, маленький, но в конце там, видите, что-то такое вздулось. Хорошо, давайте я сейчас все-таки эту джинсу вырежу вместе с вами, и тогда попробуем еще раз. Ну вот результат. Примастырил я здесь эту джинсу. Надеюсь, ее ветром не снесет. Сейчас попробуем. Интересный результат. Дело в том, что я попал практически в одно и то же место, но здесь через джинсу, да, как мы и говорили с вами. Вот это отверстие. Что меня удивило, это то, что несмотря на присутствие джинсовой ткани перед мишенью, обе пули абсолютно на одинаковое расстояние внутрь геля проникли. Я надеюсь, будет видно. Сейчас еще сверху попробуем показать. То есть вообще буквально до миллиметра. Интересно, я думал, что джинса очень сильно пулю затормозит, но, видимо, из-за калибра маленького все проходит вообще как по маслу.
Ну что же, пробуем дальше. Следующим у нас на очереди идет лук. И первая стрела, как я вам сказал, будет стрела с обычным тренировочным наконечником. Надо сказать, что лук этот регулируется по натяжению тетивы. Сейчас он стоит на отметку 45 фунтов. Вот что у нас получилось. То есть, как видите, стрела пробила нашу джинсу спокойно совершенно и углубилась примерно на 20 сантиметров, я скажу, ну может на 18 где-то, но гораздо дальше, примерно в два раза дальше, чем пуля от пневматики. Хорошо, ну а следующей на очереди у нас идет стрела с охотничьим наконечником. Я думаю, что она углубится меньше, но подозреваю, что нанесет она поражение желатину гораздо больше, чем и пуля от пневматики, и вот эта стрела тренировочная. Видите, да, раневой канал здесь совершенно, он не расширен никак. Ни тут, ни тут, ни тут. Ну, будем пробовать, посмотрим. Теперь стрела вот с этим наконечником охотничьим, который применяется для охоты на оленей, индюков и прочего. Острейший и ужасно. Вот походу я был неправ, потому что я был уверен практически, что стрела вот с таким более широким наконечником не настолько глубоко в гель проникнет, в желатин. Но вот как видите, немножко поглубже, я скажу на 3 сантиметра точно. И посмотрите на ширину раневого канала. Я понимаю, что она попала практически в то же место, что и предыдущее, но все равно разница очевидна. Сейчас я давайте стрелу достану, и мы с вами сможем в этом убедиться. Обратите внимание на ширину. То есть я сюда практически палец могу просунуть совершенно спокойно. То есть я бы сказал, что это ранение безусловно смертельное. Не всякая пуля такой ширины раневой канал оставляет. Действительно производит впечатление. Вот, кстати, хотел показать, как выглядит попадание в джинсу этой стрелы. Видите, да, треугольничек ровненький вырезан. Прошу прощения за качество звука, это у меня здесь сосед решил срочно покосить. Ну а мы для чистоты эксперимента сравним все-таки это все с огнестрелом. Да, это 22 калибр, мелкашка, но все же огнестрел. Давайте посмотрим, как он себя ведет по сравнению с пневматикой и стрелами и всем остальным. Прошу прощения, но для теста огнестрела даже в калибре 22 LR... я все-таки отошел в лес, потому что у меня сосед там вылез газон стричь, и я не хотел его пугать лишний раз. Давайте пробовать. Опять-таки, к разговору, даже в этом маленьком калибре все равно наушники и очки обязательно, я считаю. Вот принес я этот желатин обратно. Обратите внимание на пулевой канал. То есть это вот то, что расширилось здесь. Далее пуля ушла. Сейчас покажу, куда она пришла. Надеюсь, будет видно. Вон она там. То есть практически полностью она этот блок желатина пробила. Мало того, оставила самый широкий раневой канал из всех. Прошу прощения за блики, но мне здесь не получается как-то. Я сейчас сбоку попробую еще. Вот еще раз. Значит, видно вот этот широкий раневой канал, а пуля сама вон где оказалась. В самом конце. Если хотите, можем померить. Значит, пули от пневматики 7,5 сантиметров. Здесь опять-таки плохо видно, потому что стрелы попали с другой стороны, но тем не менее, поверьте мне, 18,5 сантиметров пробитие и у одной, и у другой, но у второй с охотничьим наконечником шире намного раневой канал.
Но если говорить про 22, то здесь разговор идет о 39 сантиметрах, 38,5. В общем, я к чему это все? Естественно, стрелять из любого оружия это здорово и хорошо, хоть из пневматики, хоть из страйкбольного оружия, хоть из огнестрела. Тем не менее, если разговор идет о самообороне, мне кажется, что пневматика – это выбор не очень разумный. Практически то же самое, что стрелять из вот этого револьвера. Он пистонный, пахнет здорово, но толку от него много нет. Но на этом у меня сегодня все, друзья. До встречи, счастливо, пока.